В Югре будут развивать туристические направления по Приполярному Уралу. К такому решению пришли на рабочей встрече чиновников и туроператоров. Это собрание прошло в рамках выставки-ярмарки «Югра-тур-2017». На площадках форума обсудили перспективы развития туризма в Югре, сотрудничество с другими регионами и обмен опытом с российскими турфирмами. С большим интересом эксперты подошли к теме развития туристического направления «Приполярный Урал», а также к предложениям по созданию зрелищных мероприятий. Они должны привлечь внимание как гостей из других регионов, так и жителей округа. У каждого проекта должен быть предводитель. Вот если ему будет интересно, конечно, мы будем подхватывать это дело и сопровождать. Решать вместо, вот, да, мы вкладываем бюджетные средства, допустим, на развитие чего-то, где нет сегодня руководителя, да, нет вдохновителей денег, кто это дело будет развивать и нести дальше в массы, конечно, мы делать этого не будем. Мы занимаемся поддержкой мотокросса, мотоспорта. И эта тема интересная с точки зрения того, что мы видим, сколько на сегодняшний день зрителей и участников привлекает этот активный вид спорта. Этот вид спорта серьезно граничит с шоу. Если нам удалось бы организовать Ханты-Мансийск, например, как хорошей площадкой для глобального мотошоу, которая привлекает себе, поверьте, очень много публики. На закрытии выставки подвели итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Югры». Победителем в номинации «Туристское событие» стал проект «Самотлорские ночи». Проект администрации Нефтеюганского района стал победителем новой номинации «Событийного туризма». Помимо этого, грантовую поддержку в виде субсидий из бюджета округа получили представители Ханты-Мансийска, Сургута и Белоярского района.